объяснить. Все стоят в печеньке. Холипал подошел. Я знаю. Все стоят в печеньке и просто хилят или дамажат босс. Милики бегают за босс. А Вады тебе может каплю нет, куда он его убьет? Обалдел что ли? Все, поехали. Капля и 50%. Ну, капля и 50%. Его все равно сгреет. И в куполе. Че меня близит? На месте бегаешь. Да я вижу, но уже две тяжки. Что может? Взрыва? Куда ты побежал? Стой на месте. Чё ты бежишь? Куда ты бежишь? Сказал же, все стоим на месте. Ават, не хил, подбеги. Бегу, бегу, бегу. Чё вторую не взорвали? Кто взрывает? Народ. Так, а народ, походу, не врубился. Без паники, сейчас... Это ты ж не взорвал, Кават. Я взорвал слева, побежал на центральную, взорвал центральную, подбежал, меня захилили. Побежал налево взрывать сферу, взорвал слева, а монород в центре взял. Какую я не взорвал? Монород справа взрывает. Давай, диван. При чем тут этот? Среднюю не трогай. Да, вы не понимаете, смотрите. Взрывается слева и справа. Взрывается слева и справа сначала. Потом взрывается последняя, взрывает ее Кават по истечению дебафа. Объясню, почему так. Потому что, блядь, последняя будет идти до всех вас, блядь, очень пиздец как долго. Это первый нюанс. Второй нюанс. Не надо, блядь, никуда выбегать. Не надо никуда бегать. Стойте, сука, в печеньке, просто бейте босса. Больше нихуя вам делать не надо. Хильтесь и бейте босса. Вы выбегаете, что-то, блядь, мутите. Нихера, вам просто сказали стоять в печеньке и бить босс. Монороту стоять с правой стороны, хлопать, как появляется сферка. Кавату с левой. Но Кават потом, когда с левой хлопнет, он побежит еще, блядь, эту хлопнет, которая сзади будет. Угроза нейтрализована. Кому еще что-нибудь? Сейчас врубятся. Был СС. Нет, сразу говорите, блядь, кому непонятно. Я не хочу лишнее тратить на то, что кому-то что-то непонятно. Просто, блядь, задавайте вопрос. Вроде, блядь, ну нихуя сложного. Стоять, блядь, в одной точке и дамажить боссу, я думаю, не сложно. Вроде постоянно. Элгрим. Вагу подними. Подняли его. Лезьте с рыбы, пожалуйста, если она есть. Поставьте шкаф, шкаф, портал магии. Баларанчик. Тоже с умом. Что, кто-то усилки не перебивал? Нет, я больше закинул. Типа, меня. Я не был бы. Не прижал бы дубовую кожу, меня бы убило нахуй. А, прем не пришел, я понял, почему. Если вас убивает два взрыва сверху, значит все хуёво. Закидывайте. Даю проверку. Монород, вот
Вот здесь, стой. Вот. Пристабав дайте. Пожалуйста. Присты. Спасибо. Еще раз проверим. Восемьдесят тонн сфера летела по мне. Сколько? Почти 80. У меня там 10%. Это две сразу было. Ты можешь на третьем стаке, нет? Не-не-не, это первый. Ты взрываешь последнюю эту херню. Взрываешь последнюю эту херню. На, блять, когда же стаки обнуляют? Ну, естественно. Я подождал, пока они слетели, и подошел. Войт, на хп покричи. Как раз времени хватает подбежать в центр, чтобы хильнули. Да, коту проще это делать. Ой, следующее. Визи. Брось. Сорт есть на рейд? Все, погнали все за этим. Робот. Заряд. Не, пожалуйста. Вдруг куб. Петь. Фу, меня держите. Я на обзор. Сьюарт. Сейчас коват под пятый. Давай. Да не вылежу. Не лагает на этой. Косметичные повесили. Белбрил, готовься. Любой. Работает. Восьмой сейчас. Нет, щит не надо перейти. Да нет, даже вредно. Че, фаз закончилась? Да, все, беги. Убегай. Все в печеньку возвращаемся. Монород на позицию сразу в сферу взрывать. Минуту не должен был. Поняли, значит? Народ! Ты сдох. Окей. Чё? Хочем сказать. Все усилки идите в хп, закидывайте еще. Все? Все. Ну, блин, те, кто дохли. Да, вообще. Ух ты. Не забывайте вешать косноязычие. Плюс 0.6 дает косты. Это не сдох, рано или поздно все равно сдох. Да? Так что усилки. Все, кто подох, идите, блин, закидывайте.
Идите, закидывайте еще больше усилков КП. Вы тут должны жить. Монород, если я дам 3 секунды рейду похилиться, то тогда центральная сфера дойдет до рейда. Надо сразу. От двух не может рейд падать. Падает, кто не выпил сапрот или у кого хп меньше 30, там, 35 как. Нет, Неликс, как раз таки. Как раз таки нет. Падают те, у кого около 40 тысяч. Ну, кого-то вдруг не успеют на фул поднять по каким-то причинам, и все, человек умрет просто. Кстати, женой без сапрота. По каким-то причинам 6 хилов не могут кого-то на фул поднять. Ну, Эн, где твой сапрот? Женой, ты дебил вообще? Сказали же, выпили сапроты, усилки закинули. И ты первый же, блядь, первый же отваливаешься. Ой, блядь. Вот говорят просто людям, блядь, ну, вот, говоришь вроде, да? А, блядь, тебя не слышат. Жнен, ты вообще нормально? Люди пришли убивать босса. Кто посмотрел видос вчерашних Асгардов? Человек, может, 10 от силы. Кому это было интересно? Можете, пожалуйста, кто может. Поставьте шкаф там. Лёх, ну, друиду тут реально проще бегать, чем на центр и обратно. Факт в том, что живу на перифазе, это уже радует. Кто шкаф просил? Иди нажми на портал. Я уже в Долоране. Забивайтесь так, чтобы вы не дохли. Проголосуйте премиум, я не знаю. Ну, реально забивайтесь так, чтобы вы, блядь, тут не дохли. Тут ничего сложного нету. Если вы дохнуть не будете от АУЕшки, значит, все будет замечательно. Я босса повожу. Я сделаю все с боссом то, что надо. Резист хватает, все, заебись, работа. Типа, сейвы тоже нормально работают. Проблем не будет, так и обнуляют. Будет таких три беготни, и этот босс будет идти только или к левому, или к правому, вот к херне заряжаться. И за три штуки мы должны переводить босса. А на последней фазе, то есть 50% у босса останется, что будет дальше происходить? Я буду просто бегать с этим боссом по кругу, а танки будут взрывать сзади эти. И, монород, если ты, грубо говоря, там на выживаемость полностью не оденешься, ты сдохнешь. Потому что там еще лужи будут. Одевайся полностью на выживаемость. Все полностью одевайтесь на выживаемость. ДПС должен быть средний, там, как на этом, на Аларе. Просто нужна выживаемость. Если весь рейд будет жить, и проблем не будет никаких. И хилы справятся, все заебись будет. Ну, у нас демона нету, да? Локи нет, в демона. Нету. Локи в демона спит. И как раз скидай косноязычие по КД. Если все будут жить, вопросов, ну, типа, вообще проблем никаких не будет. Надо будет хилить только танка и там немного подхиливать рейд. Сейчас подстроимся, сейчас так. Даю проверку. Сама не тело брала, скидывал ссылки. Просто не должно такого быть, что двух сфер там, блядь, ложится пару человек в рейде. Если просаживают, то максимум на 50% хп. Босс легкий, базу живу, танк есть. Осталось врубиться монороту, кавату и, блядь, рейду. Пошел на перефазу, сместились под босса, стоим, дамажим. Потом, блядь, снова началась следующая фаза. Сместились обратно в печеньку, стоим, дамажим. Все, чтобы знать на этом боссе. Ну, плюс хились параллельно, и все. Да, сейчас бы АДК, конечно. Блядь, АДК лага.
Феликс, я знаю уже, да. Поняли, что не хватает. Клак, дай спокойно. Тут все лагают. Когда взрыв идет. У меня тоже все зависает. Лёха, у тебя нету то 5 на танке, на ДКшке, что ли? Не все. У меня есть. А то... Феликс, я не за горами. Ну, я могу зайти, а кто танчить босса будет? Не, так ты зайдешь, а ДК танка сделаешь, нет? Ну, потом. Да не в этом дело. Топа лучше сейчас. Босс... Босса должен танчить паладин, потому что последний стак уходит в ревность. ДКшки нету такой функции. Ты видел, сколько я стаков набирал? Не. 10 стаков набирал. И 10 стак ушел в ревность. Кир, ну, что? Ладно. Все готово, поехали. Бля, честно, напрягает бегать, я ебал. А это да. Вы подлежите уничтожению. Дружишь и надеешься. Мы... Давно. Второй. Давай сместись. Подфилить надо было мне. Как офис, как он? Малку сделайте на 300. Жестко ушел. Сильно цели. Тяжкий удар, чё за босса стоит? Чё ты стоишь там? Да. Ревность пол за тебя. Ай, дай зубы это. Тихо. А вот сейчас это жертва. Уже давал. Ты считать не умеешь? Мне некогда считать. Мне показалось, что сказал, давай зубы. Все. Да и я так. Ладно. Вынеси мой таргет. Вынеси мой таргет. СС, дайте по себе кто-нибудь. Чтобы можно было встать. Ты ему, ты просто сказал, дайте эти, как его, зубы, он дал тебе. А ты еще и лагаешь добавок. Банжер, ну ты сказал зубы, пианист, он отдал зубы. Кого? Дай диван. Зубы я позже сказал, давай зубы. Нет, ты оговорился и сказал вместо сокрытия это зубы. Лёх, слышишь? Короче, сейчас была такая тема, взорвали две сферы, и не успели стаки спать, взорвали третью, никто не умер. Можно, типа, порейще сферы взорвать, то есть три стака, но надо, чтобы рейд на кубу. Не умерли, хоть... потому что сейф сдали. Что нам это даст? Ну, типа, быстрее сферы взорвутся, танки смогут быстрее. Там лужа была хиловская. Там была лужа хиловская, она и захилила. Это ничего нам не даст, понимаете? Вообще ничего. Идет 6 сфер, идет 6 сфер, перефаза, 6 сфер, перефаза. Нам это ничего не даст вообще. Окей. Какая разница? Типа, взорвется сразу 3 и дохуя урона по рейду прилетит. Или, блядь, ну, по таймингам одно на то и выходит. Типа, 2 взрываешь, и потом в третью, блядь, это. И намного меньше урона.
Когда третий стак проходит, снова две взрываешь. Потом третью еще. О, господи, я уменьшила ультру на среднюю. Какой кошмар. Нахера вам анимация? Уберите все. Все так. А плохо. Это не зависит. Это все равно будет фризить. Это из-за босса. На боссе какой... есть фича. Это нет. Уже писали. Типа на форме. На боссе видимо, есть. Все ужасное. На боссе есть фича такая, что сферы могут друг друга взорвать. Курсе, да? А и при чем? Это при том, что танки не нужны. У тебя микропролак на этом взрыве. Вообще ничего нету. Библ здесь. Товар. Я тут. Полина. Перезагружаюсь. Момент. Монорос, взрываешь свою, рейд подбежал, подхилился, снова бежишь, взрываешь. Вот так. Кроват там проще. Но больше выживает. Бегай себе попроще, круги нарезаешь, что бегаешь. Они вообще могут чередовать. Элбрил. Библ. Все. Теперь не отвлекается, да, теперь, блядь, сосредоточиться. Там, блядь, если немножко левее, правее, блядь, стаки накладываются, это хуёво, пиздец. Все, 3, 2, поехали. Не надо выбегать, Локи, не надо, стой, просто здесь все. Монород, беги на центр взрывать. Два стака сейчас. Одновременно взрываем их. Монород, возвращайся. Монород очень сильно прошибает. Скажу. Захильте. Давай, Зода. Сколько там до фазы? 8 секунд. Сейчас последний удар будет. Блять, где у нас? Да, понятно. Блять, меня фризит, когда переходишь с фазы и... Всех, Лёша, у всех. Диван я... или СС, знаете. Меня не ёбнуло, если бы он меня не фризанул. Всё, СС есть. Уничтожение успешно завершено.
чем убегаете? Сука, босс. Сейчас подойду. Сколько процентов снесли? 82% у босса. А Еру давали? Да, да, давали. Ну, 3 перезаряда. На третью он на половине должен прекратить кастить. То есть 4-5 костов. Да. Да ну какие 6, это пиздец. Ложитесь. Он убежал от меня. Сейчас он тебя убьет, стой просто. Не беги к нему, он тебя так убьет. Тёла. Нель. Да, ебучие фризы, это просто пиздец, блять. Там некоторые моменты так легко можно захилить, и тут начинает лагать просто Я лужу кидаю, она не кидается. У нас что по чешкам, блин? Я сейчас ее одевала, но скорее всего я ее сниму, потому что я не выдержу по мане. Просто надо пережить 2 перифазы. Блять, надо просто надеяться на то, что у меня не врезанет после первой перифазы и после второй. Два момента. Может быть, Холи Пала возьмем, если он есть? Зачем? Тут вроде больше АУЕ прохилана слота. Или мне кажется? Да больше АУЕ надо, да. Я бы это 4 одела. Был бы хуй. Я думаю, что он там массакру или что-нибудь может еще дать. И также я на тебя отвлекаюсь на прямой хил вместо того, чтобы рейд считывать там. Читуй рейд. У тебя 3 рестер шамана в рейде. У тебя 2 рестер друида в рейде. Че ты отвлекаешься на меня? Читуй рейд. Ну, это не критично, грубо говоря. У меня есть там пару секунд. Я кастую. Так-то можно было по группе чем кинуть. Понимаешь, помимо тебя еще есть 5 хилов. Мы лагаем все. А еще легкая какая-то фигня. Когда вторые сферы выходят, монород взрывает, сразу 2 стака вешается. Из-за чего я сказал ему на центр, а мне туда бежать. Бафы дайте. Сумните, пожалуйста. Дайте рез. На пляже рисуем. Монород, ну если будет такая ситуация, получается, ты первый взрывай, я смотрю, будет сфера, ну, стак второй или нет. И потом там еще что-то. Портал, пожалуйста. Просто потом, после 50%, там похуй, фрезит, не фрезит. Там уже похуй, потому что... Доллар сдай шкаф? У меня стаков уже... один камень остался. Сантей. Я потом это вызвать не смогу. Кому что не хватает? Даю проверку. Сумон, дайте. Неликс, здесь? Так, короче, под пружинками, блядь, честно сказать. Калат может даже... Не, так же и давай-ка. Либо готов. Пристабав, киньте. Баф. Каску. Баф, дайте. Все, готов. Сейчас еще вот так попробую, пока чешку не снимаю. Ой, открыть мне на хп сейчас, пожалуйста. Вот у меня, кстати, нету крифа на хп, когда ты обновил. Все, спасибо. После... Раньше только хп нет. Да пофиг. Ай, ладно, поехали. Внимание! Вы подлежите уничтожению.
Первый монород взрываем сразу. А дальше смотрим на второй. О, взрывай центральный монород. 3, 2, 1, давай. Следующий под последний. Все, перепад. Беги. Быстрее перебегай. Я массакру еще давал под и полтос свой прожимал. О, давай, монород, беги, взрывай. Взрывай, взрывай, все, все, на нее прям беги. Ждем, пускай спадет. Взрываем две сразу. И беги к центральной. Только жди там, ну ты видишь. Лёха! Что ты третью взорвал? Я на перехвату. Так. Да, на ревность. Ревность насрал за сферу, что взорвал. 10 секунд до длани. Откатилось. Да, я задал сакру. На четвертый даю. Тоже на пятый. Зубы КД 40 секунд. Купол еще больше. Вот следующий каста даю, да? И сейчас еще массакру с полтоса. Зубы откатились. Пошла, пошла, беги, беги, беги. Понял, поменялись местами монород. Взрываем. А что Керс тут стоит? Взрывай. Блять.
силы будет больно. Можете поднять мне ревность? Хотел бы поднять. Пожалуйста, посмотрите, блять, у вас рестер друид лежит. На черепаха. Побежали. 12% добить. Сейчас мы нам более внимательно после танка каждого. Танк, держите, танк, держите. Хотя сакру отдал. На стаке не обновить, смотрите. Я не проживу. Хотя давай попробуем. Чем бог не шутит. Бабу есть, бабу есть, диван есть, диван есть. Блять, диван скинешь, так если. Надо было диван давать уже. Рано. Ой, слишком поздно уходите, Леха, слишком поздно уходишь от босса. То есть он уже на нем щит появился, надо сразу убегать. А ты еще один диском так вот. И потом только народ говорит, что надо убегать. Перефазом чуть пораньше. Давай переведем, эй, может. Я стоп, на нем щит появляется, уже значит бежать надо. Наши смотрим с жимками за ебучими костами. Ну ладно, я буду говорить кратко, да, убегать. Просто что-то не понимаю. Могу сказать и съебаться оттуда за секунды, блин. Понимаешь? Вот я, значит, скажу тебе. Ебаный рот, блядь, даже фазу не 53% перевели. Вот фаза, все перевели. В смысле перевели? Перевели, но видишь, 53%. Ничего никто не перевел. Перевели. Это возмездие. Перезагрузка на нем. Что, не видишь, что ли? Деваться. А на скольки фазы? Пацаны, я танчу. 55, значит. Ой, да, сейчас сверху взорвется, сейчас сверху взорвет. Посмотрим. Ну-ка, давай взорвем. Давай, взрываем. А что ты будешь так это? Лужа. Видите? Лужа какая-то, да. Диван, диван. Если такая хуйня получилась... Там где просто бегают и снова взрывают также лужи. И лужи появляются сзади, вот где сверки эти выходят. А, блядь, весь рейд стоит в той точке дальше. А, сука, огромный, блядь. Ты поймал, значит, тяжелый вот этот тяжкий удар, что у тебя... Да падайте уже быстрее. 30 секунд у тебя было, когда ты пошел на перезагрузку. Да я знаю, блядь. Понимаешь, я знаю. Там ебучую сферу, которую вы должны взорвать, блядь. Почему-то она нихуя не взрывается и попадает мне, блядь, под ход. А развернуться я не могу, потому что если я развернусь, на меня лишний стак повесит. Обновиться. Уничтожение успешно завершено. Это не лужа, их будет очень много, их раскладывать. Босс, Лёшки, вот вам 50% босс. Вы стоите потом, просто его дамажите. Там увеличенный урон у него будет всю эту ебучую фазу. И этот. А танки просто, вот два танка бегают и взрывают эти ебучие сферы, как и на первой. А, Мачиола, у тебя сколько там усилков закинуло? Мохоника врубился. Лайфхак, Мачиола, на первые сферы в мишку, на вторые дубовую кожу. Либо наоборот, либо сначала дубовую кожу, потом в медведя. Сапрод закончился, сапрод закончился, и она умерла. Все, ничего. Чё и сапрода нет? Закончился. Твою. Я тут, блядь, стараюсь. Чё, босса, блядь, прожимаюсь, вожу, блядь, выживаю на крополях. Агро, он потом не наберёт. Жимаю. Ещё раз, на 50% 100% падает агро в любом случае. В 50% я нажимаю одну кнопку, и он агро нам... Диван скидывает, да, в ноль агро тоже? Да. Сука, хуёво. Нельзя давать диван. Тут единственный ваш вариант, это я, блядь, больше тут не... Хилы, нам тут делать нечего, тут Лёша правит, пошлите. Всё тут, вся надежда, блядь, на то, что я не, это, не подфрижу, блядь, и где-то, блядь, грубо говоря, нажму ступни и съебусь, по-моему. Что на мне стаки, блядь. Монород, лужа, ты знаешь, как видна? Фактор рандом. В дебафах, когда заходишь, лужа. 4000 урона. Примерно мы сможем в одном я месте 2-3 лужа сразу раз. Так. Запускай кого-нибудь. Вон, Шимагола, Дарта, Вильяма. Разгорно вылетел.
Я так понимаю, он не зайдет. Тогда делаем это. Все просто, мы народов кота, а Лоя запустим. Там Лоя не лагает? Да на ультра даже плохо видно этот туман. Ну как-то неплохо, видно только не так. Ангелики тоже за боссом бегают, бьют. Тебе не надо, слышишь? Ему же дохуя ничего не надо делать. Ну, что ему надо делать? Давать баф для РДД и одну сверку. Он просто станет на месте, и эта сверка сама от него взрывается. Но ему нужно подходить, чтобы его прохилили. Ну, подходить, ну все. Больше народ. Блин, Алоэ, типа, нужно ли так, чтобы... ХЗ, короче. Чтобы ты потом последовательно, ну, типа, ты разливаешь ложу так, чтобы потом ты смог разлить последующую. Чуть-чуть левее, правее. Ну, типа, знаешь, ну, вот ты разлил лужу, да, а вторую разливаешь прям почти в этой луже. Ну, вот прям на край встаёшь. У него зеленка, чё ты паришься вообще, он анхолик. Ну, то есть на один раз, да, когда у тебя зеленка, ты можешь вообще заходить в лужу и там сразу под зелёнкой бахать, чтобы лужа в луже была. Деворус где? А, бежит. Рыбу удайте. Все, тишину, блядь, в дискорде, чтобы никто мне мешал. Неликс, анонсишь, когда уже съёбать. Там могу... Смотри. Если что, буду анонсить с этим. Какие сейвы, когда дать, блядь. Вах, это, бланжертвенности, если давать, то под баблом и под конец. В начале нет. Что мне ударит, блядь, там... Я нарваться. Знаю, когда дать сакру, иначе меня служит. Да, блядь, только под баблом, если ты хочешь давать. Я и под полтинником, и под баблом даю. Только в конце этого делать не буду. Ты думаешь, через бабл ебанет? Типа взрывами через бабл убивает. Лоя, что... Трусах, Лоя. В трусах, где трусы стоят, там взрываешься. Лорус готов, нет? Сейчас, секунду, я Алоэ покажу, Алоэ, пошли её. Вторую фазу мне покажите и всё. Ну, смотри, смотри, рядом. Сферы появляются вот здесь, вот, взрываешь вот прямо здесь. Вторую фазу мне покажите. Вторая фаза также становится, взрываешь, ну, здесь, тут из нее появляется лужа. Потом, когда вторая сфера, взрываешь чуть ниже. И так по цепочке в сторону рейда взрываешь. Если взорвешь прям в луже, чтоб лужа в луже разлилась, будет наоборот лучше. Все, зеленки будем бахать лужу. Ковато, можно маленько чуть-чуть левее, чуть-чуть правее, чтоб это... Это надо кому-то с рейда выбегать, чтобы было левее и правее. Она ж не в нос идет. Даю проверку. Анкил готов? Все, надеюсь, все поняли, когда можно дамажить. Будет три перефазы. Одна налево, одна направо, сзади. И после задней, будет следующая фаза. В силу того, что... Бля, Неликс, единственное, что проносит вот, с третьей, да, третью, переносит перефазу. Там буквально, блядь, одного стака. Сила, я скажу, как появится сразу. На рейндж, я бы съебался на рейндж на ступне. И все, и забили бы хер. Сколько ступня? 3 минуты. Сколько бой идет первой фазы? Засекал кто? Нет. По минуте. Ну, минута бьем так, потом минута он стоит. Минута пять бьем, минут. Бегаем. Ну да, 5 минут получается. Минута есть... там, минута здесь. Короче, за первую фазу я могу 2 раза нажать, после первого и после третьего. После второго буду так. Просто кричи фазы, да, и все. Да и поехали. Как говорится, это. Только заранее кричит, потому что ты сейчас чуть не упал. Мы далеко. Про товары нет. Крик на КП. Да. Алло, это... По бафам не хватает. 82 тысячи. Во, 8. Я буду говорить, если придется тебе или мне бежать на центр взрывать. Кричи в горн, ДК, когда мимо тебя бегут. Только после взрыва вернись, чтобы тебя захилили. Веру, когда? На первое перезаряд. Как только рейд весь отключит.
держу. Только под лицом, то есть. Так, это первый, да? Да. Сейчас, короче, блядь. Алой, беги быстрее туда, взрывать свет. Вся хуйня именно в том, чтобы скинулись они, да? Может тогда третью сферу покайтить, последнюю, шестую? А чё вы сделали? Чё у вас люди легли? Не понял, что произошло еще? Взорвали, как обычно. Больше двух не было. Сейчас умерли от тяжкого удара. Вместе с тобой. Полина, чё вдох? Чё вдох? Когда я боссов. Да от взрыва все умерли. Кто там сейчас умер? Угроза не реализована. Ебучий случай. И как вот? Чужеродная форма жизни деактивирована. Уничтожение успешно завершено. Народ дамажит нормально получается. Уж. Кровоточки по нему работают. Уничтожение успешно завершено. Фаза начинается, когда розовый вихрь вокруг босса исчезает. Вот так. А только сразу щит на нем появляется, фаза начинается. Пусть знает, да какой нет, щит. Щит, вот сейчас начнем пить, смотри, на нем висит щит, 50%. А что больше дамажит, пушка или тяжкий удар? Одинаково. Типа, ты можешь просто заранее блять отойти и последний стак словить от пушки, не? Блять, вот, суммируется. Шотник то увеличивает, да, урон. А, там, все, я понял, да, я вспомнил. Стаки суммируются, они разные, но... Да, я вспомнил, да, там разные стаки. Если пушку ловить последние, после пушки тяжки не ловить, то все будет ништяк. Понимаешь, нет, ты что мне пушка прикол? Она ёбнет. Вот сейчас мне было 9 стаков, я не добежал, мне пушка ёбнула. Ну пушка, по идее, 40к дамажит, а тяжкий удар 80. Ну так а ты увеличь на 225% 40к. Что будет? Ваншот.
Ну, 80к на 220. Ну, Лёха, блядь, увидеть. Найди такой рейндж, типа, максимальный рейндж, которым он тебя дамажит тяжким ударом, а не пушкой. Типа, уже сразу отбегай, как, я не знаю. Да. Типа, боком уже стой. Боком его ставь. Тут не в этом проблема, ребят. Проблема в том, что иногда получается такая хуйня, что он обновляет стак. Когда вот бежишь его боком кайте, иногда получается так, что он обновляет стак. Ну, обновляет стак, потому что ты в радиусе 6 метров. То есть, чем острее ты бежишь угол... Тише, ребят, минуточку. Минуту внимания, ребят. Немножко влезет вот на этих ебучих знаках. Дайте сказать человеку. У кого-то вкачанный бег в ретрике, и он бегает быстрее, чем милики. И стаки не попадает, тебе нужен талант. Думаешь, талант вкачан? Обязательно. Талант или кстати, да. Ну, если у тебя чарки нету на ботинке, у тебя должен быть этот талант. А ты, если у тебя нету таланта, точнее, есть талант, у тебя чарка на боты должна быть другая. Да, не стакается, но что-то из этого должно. Короче, талант. Портал в Агримар, пойду спек сделаю. Давай мы покурим пока, 2 минуты. Это жарко. А если тебе просто убрать, короче, не эти, как не тапки, а обычную чарку на бег поставить? Да, шкаф тоже поставьте, я ссылки скину. Мне лучше талант взять. Тапки. Но ему тогда там менять что-то придется. Бля, а, вообще прото этот талант нужен нахрен. Чарк на тапке есть. 4000 хпс. 4000. Дай мне порт. А кого я хотел? Портал в Разгримар поставь. Маги, вы тут? Не, реги кончились. Ебать. Ну, Живса поставь. Живса поставьте, опять вон стоит Живса. Реги. Смотри, сколько я нахилил, блин, вот портал, 120, вот портал. 1к, жужика, резиста, девку, сам. Вот порталы, вот порталы. Я вижу. Жужик слабый, вот мне приходится его хилить. Ты дубил. Короче, так, Лёха, я тебе толку скинул, просто скопируй мой и всё. Да я куда тебе ковак поводить без проблем? Ты не поймешь. Меня можно в такой пати, где могу постоянно хилить. У меня резиста просто дохуя. Дайте тоже сумму. Я знаю, Мандарот, что можно скопировать. Блять, я третий раз усилки перекидываю, короче. Заебало. Если хилы просаживают, то у меня можно к хилам в пати, я их буду хилить. Не надо, со мной в пати будь. Да меня просто бесит то, что, блять, меня фризит ебучие эти знаки. Да у всех фризит. Это у всех, да. Да не снимать. Попробуйте окно сделать. Да я уже окно сделал, блять. Тоже все равно хуйня такая же. Там на форуме же написано, белая стая говорила, что это. Ну там писали, да. Да там даже на стриме видно, что человек фризит. Это специально у него комп не дешевый, кстати. Да по-любому. Выхочу. А стоимость компа? Там стоимость компа особо не зависит, там только видюха сейчас зависит. Ну и... А, знаешь, в чем проблема? Я уже говорил, 30... Коника, сманешь потом тоже? Из-за ладно. Этого вся хуйня происходит. Так, все, ветку я сделал. В пылы раскидаю. Что мне надо? Надо здесь. У меня витюха мощная, но бывает иногда один раз. Для Вова не витюха важна, а процессор. А, для игр сейчас в основном важна витюха. Я тебе говорю про Вов. А, то и один хрен тоже про это витюха. Потому что, ну, да, есть, конечно, меня. На минималках играешь, то... Визуальная херня, которая, блядь, мешает.
Все, я готов. Две проверку. Что-то все долго курят. Что там Библ? Покумарился? Так, а что я там? Я в пати не с Гевкой, я с... А, нет, не с Гевкой, да. Со мной в пати сиди, да. У меня 50 усилков. Опа. Я тебя нахидил 120к, что-то место. Короче, всех на 120к. Ну, давай там проверку посмотри, все пришли или нет. Я сейчас немного разомнусь. А че у Гевки так хп мало? Потому что я очень это смышленный. Смышленый друид. 32 как хп хватает, чтобы пережить две сферы. У меня сейчас было 35, по-моему. Я жду. Я могу вообще все ссылки выкинуть, наверное, в следующем пункте. Все пальцы разменяют. Просто там, знаешь, иногда так сходится, идет два взрыва и взрыв знаков. Вот, скорее всего, возможно так. Объясняю, типа... Это план точно, блядь, нормально работает на скорость бега, уверенно? Офигенно. Да, он работает. Вкачанная алхимка на один, я прыгаю в медведя, взрыв, прожим удобовую кожу. Зачем тебе? Ну, чтобы усилки стамины не вкидывать. Ну, смотри, заслабишь твой косяк. Вот видишь, 42 тысячи. Багич ты кады. Девка, а ты видишь, поскольку я тебя хилил? Ну, я видел, что свет тут, да? Че, может, начнем или че? Давай. Я уже размял руки, давай, спана. Пуляю в бласт. У всех есть. Дайте крик. Висит. Че, не РЧ, РЧ. Ну, давайте, пульс уже. Муса сопрот 3 минуты. Сопроты не забывай. Все готово. Внимание! Вы подлежите. Вот на написано. Матрица пустоты за ним беда. Который через 50 секунд он перейдет на другой. Да, успокойся. Вроде был далеко, а так. Великий, аккуратней. Хват прохавал, что делать? Не открывай, я не успею. Алло, беги на центр. Что происходит? Две сферы было. Третья. Фаза. Пойдите сейчас пахните, бегите. Что лагает? Ложитесь. Что вы сделали вообще? Что происходит? Ложитесь. Что за хуйня? Что вы со сферами? Не поделили или? Взрыв от третьей сферы не успел спасть, а Лоис взорвал и получил второй стак. Надо было выждать момента для того, чтобы он спал, чтобы взорвать две следующие. А вы прям на нее бежали. И получается за 2 секунды до спада. Ребят, вы, кто взрывает сферы, обязательно смотрите, чтобы все на фул хп были подняты. Они не смотрят. Лучше я вы подождите 2 секунды, иначе вы убьете человека просто-напросто. Есть несколько вариантов. Если первые две... Рохи, вы напуливаете, нет? Да, но да. На этом пуле я немного подлагаю. Сейчас сорвусь. Все лагают. Если первые две одновременно не взорвать, третья успевает дойти до рейда. Я говорю про пинг. Поэтому они и взрывают. Чё проблема какая, не знаю.
Давайте, чтобы проще было. Еще немного проще. Смотрите, попробуй вести в другую сторону. Открою секрет сферы. Начать в другую сторону вести. Открою секрет сферы, можно взрывать 2-1-2-1, а можно взрывать 2-2-2. Что быстрее будет? Короче, станете ПДД. Печеньку. Очень далеко бегаем. Да. И вы смотрите, под первой сферой я сдаю лужу, потом у меня чешка идет, там нужно будет подсейвить. Тут, на перефазе знаете, то же самое, лужа откатывается, я сдаю лужу, там нужно будет потом дать. И так чередую. Ну типа, чтобы вам было больше пространств. Я думаю, не так не. Тут просто ближе эти фразы. Все, давайте бафы. Алло, смотри, еще. Подождите, коник релогается. Вторая и бафера выходят. Сразу не взрывай, а чуть ниже опустись. Посмотри на дебаф. Взрываем по тому, как он спадет. Полсекунды. Да, да, да. Вот как раз вот эти вот полсекунды и два стака сразу поймал. Давайте, я уже в предвкушении. Первый взрываем сразу по выходу, а вторые чуть-чуть назад отходим и ждем. Ты, коника, Ян. Ну я коника ждал.